Звучит гимн Уганды. Anton Solopov!
Позвольте представить вам судейскую бригаду пятого боя. Боковые судьи. Руслан Набиулин, Екатеринбург. Андрей Койта, Екатеринбург. Виктор Панин, Челябинск. Рефери в ринге Роман Петров. Супервайзер сегодняшних боев Игорь Владимирович Мазуров, Москва. Международный бой Россия-Уганда по профессиональному боксу проходит в весе 69,9 килограмма. Формула встречи 10 раундов по 3 минуты. Shake hands. Thank you.
Come.
Внимание, пожалуйста, тишина. Итак, на 14 секунде первой минуты пятого раунда победу техническим нокаутом